Лучший социальный проект в Карачаево-Черкесии прошла церемония награждения победителей конкурса в рамках федерального нацпроекта «Мой бизнес среди предпринимателей республики». На мероприятии побывал Руслан Жукаев. Проект «Баладжан Жукаева и пиши не в стол» победил в номинации «Дополнительного образования детей». Ее идея создания школы литературного наставничества для начинающих писателей стала большим событием в сфере культурного развития молодежи не только нашей республики, но и Северного Кавказа. Так как в данном конкурсе могли участвовать проекты, которые уже реализовались и доказали свою эффективность, мы с уверенностью подали заявку. Для нас это уже большой успех, второй год становиться лауреатами этого конкурса. Но я думаю, что наш проект принес реально очень сильный социальный эффект, особенно для творческих кругов Северного Кавказа. Поэтому мы и получили данное звание. Также победителем в номинации «Социальное обслуживание» стал Центр патронажа и домашнего персонала «Забота». Они взяли на себя оказание социальной помощи пожилым и маломобильным гражданам, что в сложившейся эпидемиологической ситуации было очень востребовано. Спасибо огромное. Спасибо за поддержку. Я вот вмешиваюсь. Очень тяжелые времена для всех. Я думаю, что все присоединятся. Год был самым-самым тяжелым, наверное, за все последние десятилетия. Поэтому спасибо огромное, что все-таки вы о нас помните, цените, любите, приглашаете. Спасибо огромное. Конкурс на лучший социальный проект проводится ежегодно, и каждый желающий может подать заявку в рамках основных номинаций, которые охватывают практически все сферы жизни. Это дополнительное образование, культурно-просветительская сфера, социальное обслуживание и IT-технологии. Необходимо развивать тот бизнес, который решает определенные социальные задачи. Вот именно с данной целью, с целью популяризации социального предпринимательства и с тем, чтобы отдать какую-то дань уважения и почтения данным людям, которые, делая свой бизнес, решают определенные социальные проблемы, мы и приняли решение о проведении подобного конкурса, а именно лучший социальный проект года. Победители конкурса наградили денежными сертификатами и памятными подарками. Это одна из мер стимулирования развития социального проектирования. Руслан Жукаев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия.